Важный вопрос – это качество дорожных работ. За ним в регионе пристально следят. Это поручение губернатора Бориса Дубровского. Отремонтированные трассы проверяют специалисты Миндора и общественники. Как они оценивают работы? На этот вопрос мы попросили ответить Вячеслава Цапова, руководитель Центра общественного контроля. И вот его точка зрения. Достаточно продуктивно в этом году прошел ремонт дорог в городе Челябинске, так и в области. Выполнено несколько программ, в том числе программа «Безопасные качественные дороги». На нее в этом году выделили более 700 миллионов рублей. Сезон заканчивается, погода еще более-менее позволяет производить ремонтные дороги. Я думаю, до минусовых температур Южуралмост и остальные подрядчики будут выполнять свои обязательства по безопасным и качественным дорогам, в том числе и другим программам. Гарантийный срок работ Южуралмостом он достигает от года до 5 лет, в зависимости от сложности выполнения работ, так как других подрядчиков. В прошлом году были найдены, точнее в этом году были найдены некоторые дефекты, которые в рамках гарантийных обязательств Южуралмост устранил, и в принципе все дефекты они были закрыты. По динамике с прошлыми годами я считаю, что качество выполнения дорожных работ оно улучшилось, потому что немножко изменилась технология, асфальт более крупнозернистый стал, тем самым его долговечность усилилась и срок службы увеличился.